Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду. Меня зовут Александр Наконечный. И сегодня мы с вами разберем ключевые события текущего дня. В первую очередь хочется отметить, что вчера по евро-доллару и по золоту на рынке произошла коррекция. Евро-доллар спустился к отметке 1.1830. Но, тем не менее, я считаю, что восходящий тренд остается, поэтому текущее значение, оно очень выгодно для покупок, да, с целью также 1.19-1.1950. Рынок золота, да, вот по золоту также была коррекция, там минимальное значение 1948, сейчас цена торгуется в районе 1960 долларов, но цели остаются прежними, по золоту мы ждем 1970-1980. Из ключевых событий текущего дня в 15.30 начинаются важные такие события. Это в первую очередь объем промышленного производства. Да, в США это крупнейший индикатор экономического роста. Никаких позитивных данных мы от этого события не ждем, поэтому ждем реакции доллара. Также в 15.30 выход статистики по Канаде, это инфляция. Также позитивных новостей здесь нет, поэтому если говорить про доллар, канадский доллар, вот сейчас очень хорошая цель для покупок, это 1.32. И вот как, ну, такая цель повыше, это 1.3250. Поэтому доллар, канадский доллар, я считаю, с точки зрения также и технического анализа, сейчас отличная возможность купить по достаточно выгодным ценам. Еженедельный отчет по нефти, да, выход статистики по запасам сегодня в 17.30 по московскому времени. Наблюдаем внимательно за событием, учитывая, что сейчас в Мексиканском заливе достаточно серьезно сократилась добыча нефти, поэтому, возможно, новости по нефти будут позитивными. И вчера цена, мы все ждали с вами пробоя уровня, но пробоя не произошло. Цена от уровня 39.30 очень резко выросла до 41 доллара. Поэтому пока по нефти без сделок, и вот из-за этой ситуации, возможно, нефть пойдет еще выше. И, конечно, вот ключевое событие текущего дня – это заседание ФОМС, которое сегодня состоится в 21.00. Мы все ждем, какие данные будут по монетарной политике, какие будут заявления, будет ли увеличиваться программа количественного смягчения. Вот, поэтому в 21.00 будет заседание ФОМС, в 21.30 будет пресс-конференция, за которой будем внимательно следить. И по американскому доллару, да, учитывая, что сейчас все внимательно следят за этой ситуацией, монетарная политика действительно очень важна, и чем больше долларов Америки будет печататься, тем слабее будет курс американской валюты. Ну, на текущий момент это все события сегодняшнего дня. Вам хочу пожелать успешной торговли. До завтра.